Рену, Рена. Подожди. В всех номерах стоит. Сейчас будешь мимо проезжать, наклоняйся. Я шляпу на глаза надвину. Он еще хрень строится, и блядь. И видишь, сказала, как она объяснила это. Ну, на русском она нормально объясняет. Она говорит, почему такой кофе вкусный? Они, говорит, несколько сортов смешивают в один, блядь. И добавляют чуть-чуть и водки, блядь, добавляют чуть-чуть. Да ладно. Да. Пару капель, пару-тройку капель, говорит. Рисовый, может, какой? Которая евролитр стоит. А вот точно. Мне что же неудобно, меня приезжают. Че у них такие маски? Носки, вон. Ты себе обувь не хочешь посмотреть? Да не хочешь, пошли. А куда ты торопишься-то? Осторожно. Блять, держи. Деревья. Меню, блядь, было круче, чем вот эта 500-ка. 500-ка это конкретная подстава. Это вообще главное, неожиданно. Я могу даже сказать так, что спешл меню и 500-ка все на одном уровне. А я тебе скажу так, одна 500-ка равна двум спешл меню. Я понимаю, но, блядь, за неделю я тут ни одной не видел. Ты, блядь, откопал. Нет. Я, знаешь, я даже не удивился, что она у меня появилась, я удивился, что ты ее очень быстро скинул. Ты заметил, какой у меня чек был, блядь, да? 113 500, блядь. Ты там специально какую-то херню взял, где 500 конец был, блядь. Ай, блядь. Вот тут пороемся, найдем что-нибудь. Банановые растут. Скажи, пожалуйста, пляж, потому что сейчас мы не хотим. Нет, а уже потом было. Нет, не сейчас. О, блядь, откуда мы выехали? Море, что ли? Да. Или залив какой-то. Слушай, пока не надо. Так что там, где распланировали и стоят много света, это, наверное, будет опять же отели. Ну, что ты знаешь? Если рядом море, да я еще думаю, какие тут отели могут быть. А если рядом море... Быстро развивается, что вот 2-3 года буквально как начал. Дороги видно. Я говорю, хрена не видно, блядь. Где он вообще? Кто? Я в камере. Саша? Вон стоит. Чего, какая?
какое море. Шторм. Вот ты правильно, что все непонятно, что на море делать нет. Нельзя снимать, они не хотят. Почему? Я знаю. Но... Кто сказал? А что, не будет бить, что ли, в Google? Вот они сейчас. Давай его фильму. Ну что, не попасть? Я там в центре города стройки мало, так стройку снимаю. Нормальная церемония будет. Только после этого ударник и снимал. Чак Берри, Зачем тебе вилка? Ложку. Ну, как я буду сорвать? Угу. А вилок нету? Да. Вилка. Нету. Это, конечно, не борщ, но... Ну, наоборот, нельзя так. Ну, вкусно. 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 Белый песок, вода грязноватая, пакеты какие-то плавают.
Что ты стоишь? Я думаю, у меня фотка. Не, видео. Блин, эти там попали, слышите? Нет. Нет? Вьетнамский шансон. Где этот водопад? Трах тебе дох, тебе дох. Ой, вот он. Что, замерзло? Вот он. Однако. А куда вода идет? Тут неестественное все это. Не первый, чем ты можешь. Мне сладко надо. А мне вот второй надо. Так, все, да? Еще должно быть. 6 и 4. Нет, 4, 6, 4. Так, считай, я домой хочу, не здесь пить. Нет, конечно. Зоя, попробуй на вкус одну ягодину. Я уже попробовал. Зоя, попробуй. Да ну, блин. Не, одну. На, вот я красная. Ну-ка. Возьми. Ну давай, красненькую. Раскуси эту сердцевину. Чего? Попробовала. Лёшая? Я засел. Чего?
Ну расскажи быстро ощущения. Ощущение, что горит весь рот. Попробуй. О, смотри, получается. Все, у меня теперь будет окей. Ну теперь все как надо. Это мы посадим. Это у нас растение. Это Зоя тут. Смотри, смотри, как я нашу берлогу обустроил. Цветов поищи каких-нибудь. Кок. Кино снимает. Так предупреждать надо. Ответ. А что я тебе там прислал? Да, я представляю, я себе представлю, как ты там разложишься, все продукты. Не надо туда кидать, оно загореться может, сухо везде все, блядь. Да, Володьку в такую не засунешь. Ты не сказал опять волшебное слово. Какое? Кино! Какое кино? Ты ж снимаешь, идешь? Да, если и есть рай на земле, то вот это он и есть. Здесь, кстати, грязи не очень много. Бедолаги стоят. Ждут чего-то. Так, у тебя подозрительно военный один смотрел. Да. Они секретный шпион, объект. С точки зрения геоданных просто расположен хорошо. А мы тут кого ждем? Цигель, цигель, алюлю. Алюлю потом. Не, он занят. Нет, Саша. А? Может пойти туда так сейчас километр. Значит, мы пойдем на рынке поменяем. Так, а вот он. 24 точно. Хорошо, если не будет, пойдем вместе туда. Пойдем вместе туда. Саша, посмотрим. В переулок пойдем или в этот? Вон туда. Пойдем. Через светофор. Смотри, 7 секунд осталось. 4. Да. Я не слышу команды. Это ночной рынок днем. Да, надо было по той улице. Нет, там ты идешь так, а потом еще так. Пошли, вон, пошли отсюда, выйдем. Кто-то пошел. Я бы сказал, что ощущаю, ты где ощущаешь? Что ты чувствуешь во рту? Горит. Я снимаю лучше на два видео, чем на одно, но не влезет потом. Ну я с другой стороны, у тебя будет 3D. Одно для левого глаза, другое для правого. Ты так аппетитно все это лопаешь? Или гусенка? А может это принцесса была? Может надо что-то поцеловать было, блядь? Что-то всем уже принесли, а мне нифига. Ну и даже... Чего? Она с виду. Она даже пахнет приятно. Какого она пахнет? Если под маслом пролезет или нет?
не пролезет. Пролезет. Не, миллиметр в миллиметр. В салах. Не знаю, просто хитрый фрукт. Я не знаю, какие, коричневые или красные? Да, 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 чем ярче, тем лучше. Красные? Да, да. Ну, возьми еще, может, одну, две коричневые попробуешь. Ну, вот я брал эти яркие, нормально были. Много не видно. Яблоки. Я тебе говорю, ну как, не то, что они там, ну, свой вкус, как бы такой. Мальчиш, плохиш. Считать умеет. В руках большие деньги. Сейчас весит. Сколько там? Смотри, что 100 грамм. Чего? 60. Смотри, там 100 грамм у тебя. Иди спроси, я снимаю. Не пойдешь? Креветки, крабики, рыбка плавает по дну, не поймаешь, нет, ну. Рыба красная, рыба белая, рыба сушеная, вяленая, блин. О, пловец крабов. Кровенья всякие, фрукты тут, кот, кыска. Перцы, белый, красный, зеленый, тапки, чего тут только нету, крабы, гребешоки. Гребешоки, 240 килограмм. О, вкуснятина. Ну что? Да. А вот это что? Это? Это задний профуз. А это может молотый или не красный, а что-то похоже. На икру что-то похоже. Да. Сколько? Здесь тут вот такие антисанитарные условия. Вонища. Если бы камера еще передавала вонищу, это вообще был бы зад. Сейчас танки сопки сделаем. Ну что там, много получается? Но. Вон они сидят там с людьми. Ну и что мы тут увидели? Креветки. 750 и 500. А, 750 еще. Слушай, за это время мог бы купить креветки, но сушить на лужайке. За месяц, блин. О, знакомые лица. О, здравствуйте. Привет. Очень вкусно, Саш, попробуй. И то попробуй. Очень вкусно. И то? Нет, вот это и вот это. И то. И то попробуй. Возьми, попробуй, Саш. Чего? И чай, и кофе. И это запивать вот этим. Угу. А это сверху. А это водка? Это чай. Это рис. Сейчас был чай попробовать. После этого ярче вкус не чувствуется. Ну я понял. Да. Ну, короче, вместе. Ну чай вкусный. Где наш рыб там готовится? Thank you.
рыбу, все готовится здесь. Заказали жареную рыбу. Рыбка плавает по дну. Не поймаешь ни одну. Вон она. Где наша шашлык? Да, это не учитывал. Ого! Не, хватит. Бери всю. Я бы, конечно, еще стейки потоньше, конечно, блядь, чтобы не 2 часа не жарили. Суприправы, всякий соевый соус. А у тебя рыбный куплен? Это же оригинально рыбный соус с рыбой жрать. Спроси, что это за рыба. Откуда я знаю? Сом. Это не сом. А потом... Она довольна. Века. А не этот спирт, который был. Ибупрофен. Ну это тоже ибупрофен. Да? Обезболивающее. Ибупрофен 400, да. Нормально. Да. Да. А, вот. Ибупрофен. Не говори, тут камера. Тихо, зачем ты говоришь? Будем смотреть, что тут. Ой, блядь, она сейчас с той компанией вообще зайдет. Да. Нет, но то, что там будет все... Я поставила посередине. То, что там будет все перепутано, это факт. К бабке не ходи. Ну, тогда посидим, подождем. Так, что тут? Салат 40 тысяч. Володька взял сифуд салат 60 тысяч. Ты посчитал, сколько ты должен заплатить? Он еще заказал сифуд ногу. Да? Ну-ка, ты что, не понял, что он салат? Я не знаю. Вон он записывал, что она принесет мне, кто принесет. Вот это вот. А зачем ты брал сифуд ногу, еще сифуд салат? Он не брал. Я взял вот это. И этот один она сказала. Я сказал, не брал. И салат. Да. Мне насрать, не принесет она или нет. Мне интересно, как Володька. Если я поверила, как бы она не донесла. И креветок все нормально, смотри. Мне бы одного салата хватило. А вот это что? На двоих. Это кальмар. Это кальмар. Потому что это тоже не был пульт почему-то. Они какие-то. У меня 2 раза под одеяльник забыли. Плюс свою рацию забыли. А, ну да. У них бывает. Перегрев. Ладно, рынок едет. Ограничимся этой поездкой. Тут, короче, все не по-детски. Коммуна процветает. Закрылись. Поле вокруг. О, петухи поют. Здесь у нас китчен. Жарится рыба. Колхоз. 50 лет без урожая. Все как надо. Кто жил в таких условиях, тот поймет. Народ гоняет. Кругом зелень. Середина февраля. А у нас минус 20 там или что-то такое. Где-то тут кровать. Китчен это мало, еще слабо сказано. Главное, еще и трусы висят рядом. Нормально. Они пропитываются всеми запахами, блядь, рыбы. Ты написал Kitchen and Laundry. Это прачечная и кухня. Делаю, не, напиши, делаю все. Да, да, да. Ира, нахер, врач уже готова. Ты хорошо тут подсел, блядь.
Так, без палева. Таверна, блядь. Харчевня «Три таракана», блядь. Ему опять, и это херово. Керчем угодишь, блядь. Пошла, подожди, не торну. Она теплая, блядь, просто. Очень теплая. Да. Да, что тут только не делаешь в этом колхозе. Там рыбу жарят. Что ты мне это... Тут вон, блин. Рыбу отжаривают. По полной программе. Да. Чего тут только во Вьетнаме не увидишь.